Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Московский клуб любителей чистой обуви. Я Алексей Мазалев, продолжаю вас знакомить с различными средствами по уходу за обувью и изделиями из кожи. Сегодня мы поговорим о водоотталкивающей пропитке. Предлагаю вашему вниманию водоотталкивающую пропитку, называется Nine Mover, производство его Франция. Это представляет из себя баллон, аэрозоль под давлением, объемом 400 мл, для чего предназначено данное средство. Данное средство предназначено для водоотталкивающей пропитки всех типов гладких кож, а также текстиля. Также данное средство предназначено для первоначальной пропитки всех тех же изделий из гладких кож, замши, нубука, велюра и текстиля. Значит, это именно его есть потребительские свойства. Что данное изделие сделать не может? Данное изделие не может превратить вашу обувь в резиновые сапоги, поэтому не нужно пытаться защититься от попадания обуви там в лужу или промокания обуви. Данное средство не предназначено для данных конкретных задач. Данное средство предназначено лишь одного, чтобы ваша кожа не испортилась под воздействием воды, чтобы она не стала жесткой, чтобы она не пошла у вас пятнами, чтобы в какой-то степени были водоотталкивающие свойства, особенно это для замши, нубука, велюра. Также данное средство рекомендовано использование как первоначальной пропитки, потому что не все виды изделий из кожи в заводских условиях подвергаются первоначальной пропитке, что так называемому импрегнированию. Нужно ли использовать данное средство, нужно ли в виде первоначальной пропитки, каждый решает для себя по большому счету сам, потому что тут нет однозначного ответа. В первую очередь, наверное, если ваше изделие достаточно дорогое, есть рекомендации производителя. Вот. У них обычно на сайтах бывают, которые, в принципе, следует ориентироваться. По поводу всего остального, мы бы рекомендовали первоначальную пропитку, в любом случае хуже не будет. Вот, единственное, что в любом случае данное средство нужно использовать достаточно аккуратно, вот, во избежание каких-то химических реакций особых возникающих. С самого начала аккуратненько попробовать на незаметном месте, там, или под воротником, или внутри обуви, то, что это данное средство попробовать на совместимость. Как пользоваться данным средством? Открываете колпачок, стряхиваете баллон и наносите с расстояния 20-25 см. Первоначальная пропитка обычно проводится один раз, то есть вы пропитали ваше изделие, оно просохло, можно сделать еще одну пропитку и на этом остановиться. По поводу ежедневного пользования, для обуви приблизительно где-то раз в неделю нужно использовать, то есть одного баллона практически вам хватает на один сезон. Данное средство было неоднократно протестировано на качество нашим клубом, имеет очень хорошие отзывы, поэтому наш клуб рекомендует его к дальнейшему использованию.